Здравствуйте, господа. Ну вот тот самый знаменитый шимель пианино из старых, который был изготовлен еще при Вильгельме в Лейпциге. Не дождался его. 95 лет. Пока без полировки. Поменял только молотки на нем. Это у нас уже второй шимель. Вот первый, который, кстати говоря, помоложе. Ну, такого наполненного темного цвета. Махагония. Вот такая же эмблема. Как вы знаете, нынешние шимели делают в Брауншвайге, а старые делали в Лейпциге. Но после того, как разрушили фабрику во время войны, производство перевели в Брауншвайг. А это еще в Лейпциге. Это еще из тех вот породистых. Именно породистых. Чистая классика. Натуральная древесина. Все, кость слоновая тоже пойдет в отделку. Что заговорил о нем? Да как всегда. Потому что звучит так, как вообще. Я даже не знаю, понимаете, много инструментов красивых, и вот я показывал, например, тюрмор. Знаете, у этого прямо какой-то дискант такой, вы знаете, звучащий, такой звонкий, такой раскатистый, продолжительный по звуку. Рама красивая. Ну вот, ну естественно, извлеку пару звуков. Вот он в собранном виде. Ну тут что еще интересно. Вот такой рычажок. Поднимается автоматически. Ну, должна лампа гореть. Пока ее нет, перегорела. Вот это такое, знаете, приспособление. Ну давайте сейчас будем играть что-нибудь. Шибель. Микрофон и изображение перевернул. Естественно, звук уже будет не такой красивый. Но все равно, даже при таком качестве записи чувствуется, что вот эта порода буквально чуть-чуть извлеку. Thank you.
Thank you.